наши заводим. Понял? Нормально так. Не, ну зато даже не крутанул, это даже это не полточка, а прям... Сразу? Прям он сразу, как... Стычка? Да, стычка. Газу? Не, ну это круто. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Конечно, мы вас пропустим. Что, страшно, да? Это еще цветочки. Пацан какой-то. А, би-бас. Нравится москвич мой? Охуенно. А, спасибо. Пожалуйста. Парни, всем привет. Расскажу еще раз про свой москвич. Рассказывал я, может быть, год назад на предыдущем своем канале. Видосик этот подрезали, он где-то кочует по просторам интернета. Но хочу по новой и, в принципе, то есть кому интересно, кто следит, объясню нюансы, покажу, что за мотор, как делалось, что к чему приклеено и что это за чудо-москвич такой. Это москвич, такой, каким мы привыкли его видеть. Он же АЗЛК, он же ИШ, он же МЗМА. Такой же, как у вашего дедушки, или у вашего друга, или у знакомого соседа. Таких много машин. Каждая индивидуально для своего владельца. Может быть, не такой роскошный, как у некоторых, не такой реставрированный, но зато тоже доставляющий удовольствие в свои солнечные дни, на котором можно съездить на пикник, да и просто прокатиться по городу, получив свое удовольствие. Но я хотел свой особенный москвич. Мне хотелось чего-то особенного, эксклюзивного, то есть, чтобы это был только у меня такой. Нет, конечно. Вы там чуть-чуть попали в кадр. Вашего лица там наверняка не видно. Я снимал только машину. А куда машину. Вы снимаете? Я снимал только машину. А куда вы снимаете? Принципиальной разницы для человека непосвященного, наверное, нету. То есть с виду они выглядят, ну, скажем, одинаково, без принципиальных отличий. Но речь пойдет
именно об этом москвиче. Почему москвич? Многие спрашивают, типа, взял бы там побольше, там что-нибудь. Случайный выбор абсолютно. То есть это была спонтанная покупка. Шел он на утиль, стоял во дворе, прикипевший к бордюру. Позвонил мне кореш соседнего города, говорит: «Леха, хотел ты что-то себе строить?» Я говорю: «Хотел, но денег нету». Короче, за 200 евро я его тогда купил. День мы его катали на тросе, заливали бензин, ставили, меняли аккумуляторы, и он реально завелся, и своим ходом я тогда приехал еще в Таллин на нем. Вообще, то есть, что я преследовал? Я преследовал идею именно слипера. Вот, хотелось именно этого, то есть, именно простого в эксплуатации, что не надо было ничего подкачивать, подсасывать там. Ну вот, и спокойно дрынь завел, поехал. Вот, и поставил я сюда изначально апелевский мотор 110 киловатт. Такие ставились на калибрах, на Opel Vectra 2000, короче, версия. Вот, офигенный мотор. Я его поставил, все круто, все ехало, но самый первый мой быстрый свап, это был просто... Тыкнули мотор сюда, причем он все влез аккуратненько, а все замеры производились просто рулеточкой. Скажем, померил, пошел к Опелю, рядом там какой-то стоит, допустим, на разборку, там у корешей, померил, ну, должно влезть. То есть, ну, и многие меня спрашивают, типа: «Слушай, а как ты ставил все это?» Я сейчас покажу вам, ребят. Сейчас здесь точно такой же мотор стоит, но турбовый уже. Сейчас здесь Z20 лет стоит. Короче, вот так вот здесь компактненько втиснулся. Практически в основе это тот же 110-киловаттный мотор. То есть изначально, который у меня стоял. Понятно, сделались там подушки на него. Ну, это все просто. То есть если кто-то, допустим, делает подобного рода работу, то ты примеряешь, начинаешь подпихивать этот мотор сюда, допустим, краном запускаем мы это дело все, и, ну, понятно, там мешалась немножко шахта, ее подрезали для коробки, с этой стороны ничего не трогалось, здесь все влезло вообще, то есть тюзелька в тюзельку, с той стороны мы немножко забили крыло, то есть там под турбаз, а так все на своих местах, все аккуратненько, еще и место, то есть куча, то есть вполне себе, то есть какой-то V6, кто будет ставить, может впихнуть. Вот. Причем самое интересное, что ребята с Drive 2, когда-то я сам, то есть когда только на стадии идеи была у меня эта машина, то есть я ее купил уже, но еще думал, какой мотор поставить, я смотрел, то есть на некоторых ребят, для меня это там прям, о, нифига себе, то есть у них там такие москвичи. А потом, впоследствии, некоторые ребята из тех, на кого я как бы равнялся, спрашивали у меня на какие-то там вопросы, узлы, и, соответственно, задавали вопросы, на который я им там отвечал. И один парень, я найду его там, могу даже оставить ссылку, он построил абсолютно такой же вариант, да, то есть я уже не помню, там я читал давно про него, то есть он мне попросил отправить фотографии, я ему все пофоткал, все узлы, то есть и он вполне быстренько собрал себе, но, правда, на атмосферке, то есть на такой же атмосферке все в 21.40 москвичка запихнул все это дело. Вот, а учитывая соотношение массы к мощности, этого мотора просто здесь за глаза выше крыши хватает. То есть я думаю, что да, надо будет сравнить некоторые машины плюс-минус, то есть характеристики у него очень хорошие даже по современным нормам, что получилось, причем получилось все спонтанно, все индивидуально. То есть был воткнут вот этот мотор уже впоследствии, коробка здесь от Омеги, мост Volvo 240. И все это, конечно, не раз дорабатывалось. Птицы разлетелись. Зеркала. Китай. Покраска. Покраска. Про покраску это отдельная история. Она покрашена, эта машина, 5 лет назад. За один вечер. Причем очень даже удачно, я считаю. То есть, конечно, у меня где-то понавылазили уже пузырьки. Я даже не хочу ни себя, ни вас расстраивать. Да, они лезут, потому что реагенты, химоза, уже не одна зима прошла. То есть, ну, как бы их надо находить. Вот где-то здесь пупырка. Здесь то ли пыль, то ли пузырек. Ну, короче, что-то есть у меня здесь местами гадости. Volvo комплект колес. 15-е, оригинальные, на полусликах.
ступица москвичевская переделанная у меня, то есть она заваривалась, причем долгая проблема и мучительная, мы ее заваривали, закаливали стали, то потом нарезали новые отверстия, и все, я это установил сюда обратно, то есть чтобы не париться ни с какими проставками, а как бы на родные места ставишь, и все круто. Мост 2140 я поставил. Поставил, соответственно, тормоза сюда 2140 дисковые. И вроде как получше. То есть, кто не знает, в сервис отдаешь, там, допустим, там почистить, посмотреть, такие, о, что у тебя тормоза? Оригинальные москвичевские. Двухпоршневые, типа, нифига себе. Ну вот, да, это круто, это типа по-спортивному. Дальше. Салон. Ух ты, ремень рвется. Кошмар. Салон интересный получился. Делал я сам тут. Нашивал, вышивал, протыкал, что-то какие-то кнопочки ставил. Мне казалось круто. Сейчас не знаю. Но переделывать пока точно ничего не собираюсь. Передние сидушки у меня стоят от Ford Sierra Cosworth. Под стиль всего остального салона я вот зашил их таким вот на тот момент модным ромбиком. У меня, правда, водительская провалилась немножко. Задний диван оригинальный, он вообще обшит у меня заменителем. Я, наверное, его еще переделаю. Вот дальше, наверное, заходи сразу, потому что здесь арка такая непрокрашенная. Спасибо. Вот. Руль перешил. Руль я перешил, потому что оригинальный пластиковый был в трещинках, не эстетичный. И, кстати, он сейчас толще. То есть туда вшита подложечка, потому что в оригинале он, наверное, в общей сложности, ну, на пол сантиметра еще тоньше. Сейчас он, ну, чуть получше держится в руке, кожаный, все симпатично. Ну и приборка. Приборка, все сток, все вроде родное, а магнитофон только не родной. И стрелка зависла. Стрелка зависла, да. Причем она работает, если ее несколько раз ее я бы поменял бы спидометр. Конечно, да, включено зажигание. И прикол в том, что обшил панель когда-то заменителем подешевле. После какой-то второй зимы она рассохлась. А, я купил новую панель в магазине «Волга». Она рассохла. Обшил, короче, ее. Потом она рассохлась. Спидометр провалился немножко вовнутрь. Теперь клинит. Добавил тумблеры, кстати, от мини-купера. Причем первой серии, ну, уже из современных. И еще хочу потом сделать все-таки, наверное, электрические окна, потому что это удобно, реально. Очень удобно и бесит это вот крутить. Про подвеску я отдельный выпуск сниму, надо будет поднимать, сейчас нет времени на это. Так, и по вопросам, которые мне писали до этого. Я на самом деле сам не знаю. Вообще у меня по паспорту машина ИШ, спереди решетка ЗЛК, руль вроде бы ИШ. Приборка, понятно, у меня здесь рандомная, причем экспортная, потому что надписи на английском. Центральная консоль. Центральная консоль — это все, кто меня спрашивает, что, откуда, куда, зачем. Нужна она мне была исключительно ради подстаканников. Ну, здесь она смотрится, ну, не сказать, что как оригинал, но вполне себе вписывается, да. Вот, хотя я буду ее переделать, потому что я здесь зачем-то в прошлый раз отпилил жопу от нее. Что-то здесь мешалось. Наручник еще надо, кожух, кстати. Зато ручка оригинальная. Оператор, алло. Там, кстати, есть комментарий. Оператор, дно. Вот, а, короче, сейчас прокатимся все-таки. Она едет. Все-таки она едет. Здесь у меня тайничок. Вот такой вот у меня тайничок. Когда-нибудь я сделаю на одну из кнопок сервопривод, где на кнопочку будет подниматься бардачок, включается подсветка и что-нибудь еще происходить крутое. То есть музыка играет. Коллайдер заряжаться, да, нитро включаться. Музыка играет будет. Ладоночки. Настало твое время. Ты сегодня всем диктуешь свои правила. Ты сегодня ломаешь систему. Эй! Давай, смотри, давай, смотри, распрямись. Желание не тормози, поднимай. Чужих не уступай. Бегай, бегай, бегай. Прокачай.
О, нормально сними там. Нормально снимаю. Красава, нормально снимаю. Снял нормально. Нормально, нормально, нереально. У нас все нормально, реально, нереально. Почти, почти. Нормально. Все еще впереди. Стен, урок, маленький урок. А, ты пошел, сядешь? Выпускай. Выпускай. Все. С днем рождения, Марк. А что там, она Тросикова? Нормально. Леха. Нет, тут язычок развернула. Вот. Все, встала? Да. Все. О. Ну все, Леха, попробуешь убедиться. Колхоз работает, но Леха. В общем, ребят, вот такой получился москвич у меня. Стройте подобные проекты, не бойтесь, даже если они затягиваются по времени у вас долго. Он индивидуальный, такой только у меня на самом деле. То есть компоновка именно так, что я хотел. То есть, понятно, таких подобных очень много. Но именно мой москвич – это машина, которая дейли, на которой можно на любое мероприятие съездить, как ретро-мероприятие. Также можно на какие-то гонки принять участие. То есть, да, он не супер быстрый, но... делать из него корч я тоже не хочу. То есть я с удовольствием сажусь на него и хочу ехать в магазин, хочу ехать просто на работу. То есть он доставляет у меня удовольствие. То есть подвеску там для дрифта или для чего-то переделывать я не буду. Она мягкая, рессорная. То есть те ребята, которые мне писали про дрифт, чтобы я научился дрифтить, для этого есть отдельные машины.
Ой. То есть здесь все-таки в основе ресурсы. Планов еще много, то есть, несмотря на то, что он 6-й год у меня постройка, то есть, хорошо быть, конечно, каким-то популярным блогером, где тебе засылают бабоса, ты там делаешь, пилишь какие-то куча проектов. Здесь все-таки это все приходится делать после работы, вечерами, по чуть-чуть, выходными, если они, дай бог, выпадают. А так, то есть, какие-то даже мелочи, то есть, там, не знаю, элементарно какую-то проводку магнитофона, это может занять, то есть, 2-3 вечера, то есть, там, одним вечером что-то разбираешь, другим там проводишь. Все это хочется делать аккуратно, не тяп-ляп. Кстати, ребят, напишите мне кто-нибудь в комментах, у меня сейчас такая проблема. Все же знают, что здесь кусочками лонжероны, спереди чуть-чуть, сзади чуть-чуть. И у меня начинает немножко отрывать один лонжерон. Сейчас приземлится. Так вот, отрывается у меня лонжерон. Уже реально, то есть там видно не то, что прямо от кузова там совсем отваливает, но по промазке дедовской видно, что уже она начинает трескаться. И вот посоветуйте, то есть у меня, конечно, идея просто соединить эти два лонжерона, то есть, ну, в смысле два, то есть переднюю часть и заднюю, какими-то профилями между ними, может, крест-накрест проварить. С одной стороны, вроде прикольно, с другой стороны, не знаю. То есть, может, есть у кого-то какие-то ноу-хау, интересные идеи по этому поводу, потому что, ну, я самое простое вижу, просто их реально соединил крест-накрест, и вроде даже какой-то вес добавится, то есть, такой своего рода держак. В следующем видео я вам расскажу, то есть, что я, в принципе, делал по подвеске. Еще у меня куча здесь доработок и по выхлопу, и все подряд, то есть, хочется делать потихоньку. Вот, попробую разбавить какими-то другими видео, то есть, ребят, если интересно, то есть формат попробую держать немножко нестандартный, то есть ни под кого не подстраиваюсь. Есть свои какие-то идеи, свои машины. Буду рад всем новым подписчикам. Жду вас на своем канале. До свидания. С голову.